жалоб на здоровье есть? Нет. Братцы. Ну, а температуру я меряю, давление я меряю. Несмотря на режим повышенной готовности, транспорт продолжает свою работу. Но без специальных мер никуда. Каждое утро водители автобусов «Стартранс» начинают в медицинском кабинете. Осмотр проходит перед отправкой в рейс и после смены. Само транспортное средство тоже тщательно готовят ко встрече с пассажирами. Перед отправкой на линию – мойка. Сначала чистят обычными моющими средствами на несколько раз. Затем дезинфицируют салон. Водители, одетые в костюмы и респираторы, протирают ручки, перила и спинки кресел. Все, чего касаются пассажиры. Делают это два раза в течение дня, во время перерыва. Водители обрабатывают автобусы ручным. У них специальные тоже средства, салфеточки. Они обрабатывают два раза. При заезде идет полная обработка опять. По словам сотрудников компании «Стартранс», используемое средство гипоаллергенное, поэтому абсолютно безопасно для пассажиров. Обрабатывается специальным средством, в данном случае это аламинол. Все это фиксируется на видео и в виде отчета отправляется в Минтранс. Всего в автобусном парке «Стартранс» 88 автобусов, которые выходят в рейс. Их в обязательном порядке обрабатывают хлорсодержащим раствором, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Ксения Брагина, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.